Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у вас есть белые вещи? Есть, но маловато. Приходится и кипятить, застирывать руками. Трудоемкая такая работа. Угу. Приходится вот эти манжеты потереть, а уже потом только стирать маршины, стирать. Угу. Можно ли носить белые каждый день, если стирать тайдом? Сомневаюсь. Испытаем тайд. Вот вам белые вещи, а это вам тайд Fairy Effect. Пропуск в мир белых вещей. А ну как? Прекрасно. Все прекрасно отстиралось. Жиром вообще, я не знаю, просто тает. У мужа были очень грязные манжеты, вот, все прекрасно стиралось. Как вы боролись с этим, как отстирывали? Я беру все вещи свои грязные и стираю. Пока покрутишься, грязь уже отошла. Достаю белье, оно уже белое. Какой порошок теперь будете покупать? Тает, только тает. Вы все еще не в белом? Тогда мы идем к вам.